Сочи значительно похолодало, а это значит, что у людей обостряются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Как им помочь, а также как что надо делать, чтобы быстро восстановиться после травм, знают в медицинском центре «Армед». У меня появились шишки на локтях, и при нажатии, либо когда ударяюсь, мне очень больно. Инга пришла к врачу с жалобой на боль в руках. Врач диагностировал эпикондилит. Помочь девушке может физиотерапевтический метод ударно-волновой терапии. В медицинском центре «Армед» функционирует ортопедическая служба. Новое оборудование позволяет диагностировать любые заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата. В лечении применяются современные методики. После любых травм, переломов, особенно после операции, после тяжелых травм всегда необходима реабилитация. И проводить ее необходимо грамотно, чтобы восстановление прошло как можно быстрее. Назначаются комплексы, в том числе физиотерапевтического воздействия, комплексы специальных лечебных упражнений. Если же человек не будет восстанавливаться после травмы, то сроки лечения могут затянуться, а последствия могут быть ужасными, вплоть до того, что пациент не сможет полноценно ходить. Помимо этого, в медицинском центре «Армед» есть диагностический спектр манипуляций, позволяющих обследовать пациента с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь используется современный метод лечения суставов, внутрисуставные инъекции различных видов лекарственных препаратов, а также новое направление в этой области – регенеративная клеточная терапия. Например, гиалуроновая кислота позволяет улучшить скольжение хряща и уменьшить его износ. Эта процедура показана при широком спектре заболеваний опорно-двигательного аппарата, начиная от артрозов и возрастных изменений суставов и заканчивая повреждениями связок, повреждениями других элементов опорно-двигательного аппарата, в том числе спортивные травмы. Скоро в Сочи открывается горнолыжный сезон, который для некоторых любителей может закончиться травмами конечностей. Врач-травматолог в нашем многопрофильном центре занимается и лечит все травмы опорно-двигательного аппарата, последствия травм, осложнения. Занимается реабилитацией больных в послеоперационном периоде. Медицинский центр «Армед» в дополнительные выходные будет работать по графику. Лишь 4 ноября сокращенный день. Записаться на прием можно по телефону, который вы видите на экране. Валерий Виноградов, Ольга Лопаткина, Дмитрий Петри. Время новостей.